що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Нова військова допомога від сполучених штатів, яку Вашингтон оголосив напередодні, має допомогти українцям не лише захистити себе, але і відвоювати більше територій, захоплених росіянами. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції за результатами саміту головних дипломатів країн НАТО. Озброєння на 500 мільйонів доларів, яке США виділяють за програмою президентських повноважень, має надійти на поле бою найближчим часом. Туди входять додаткові боєприпаси для систем Петріот та Хаймерс. Артилерійські та мінометні снаряди, танкові боєприпаси, відповідаючи на питання журналістів про перспективи членства України у НАТО, Блінкен зазначив, двері до альянсу лишаються відкритими однак, пріоритет номер один нині переконатися, що українці мають необхідне озброєння на найближчий час і можуть захистити себе і відбити будь-які інші атаки на майбутнє зараз ми невпинно зосереджені на тому, щоб зробити те, що потрібно, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та сприяти тому, щоб вона могла повернути більше територій, захоплених Росією. Це наш основний фокус. Звичайно, двері НАТО залишаються відкритими. Тут нічого не змінилося. Але саме зараз ми повинні бути інтенсивно зосереджені на майбутніх тижнях і місяцях, особливо коли Україна готується до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше своїх територій, а також на роботі, щоб продовжувати наближати Україну до стандартів НАТО, оперативної сумісності із НАТО. Я чутка сильно ли предпосилки того, що за нашу з вами життя, так то так говорить, що це, можливо буде там. 50-е годы, что действительно может наступить глобальная война? Ну вот потому что все равно этого ядерного вооружения много, мы понимаем амбиции Китая, где, скорее всего, вряд ли придет какой-нибудь демократ когда-нибудь к власти. Может ли быть действительно та самая глобальная ядерная война? От Nokia до ядерного оружия ближе, чем вы думаете, гораздо. Потому что технологии, которые в мобильных телефонах, это что-то более передовое по сравнению с ядерными технологиями. Раз. Но это еще не все. Нужно кроме самого ядерного оружия еще средства доставки, правильно его? То есть ракеты и так далее. Для ракет, как вы понимаете, нужно ракетное топливо. А из чего делают ракетное топливо? Внимание, вопрос. А сухой, ну, в смысле, для твердотопливных ракет современных. Из целлюлозы. Ну, то есть целлюлоза – это и есть твердое, ну, один из видов целлюлозы – это и есть твердое ракетное топливо. Так вот, Nokia до того, как перешла к производству мобильных телефонов, вообще-то производила целлюлозу. Это был целлюлозный, можно комбинат Nokia, который производил туалетную бумагу, а потом стал делать телефоны. Поэтому у них есть даже ракетное топливо, смеяться. Ну, теперь серьезно. Серьезно, конечно, я считаю, что да, я про 50-е годы могу вас сразу успокоить. В 50-х годах, я имею в виду 21 века, то есть через 30 лет, ядерной войны не будет. Не будет. В 50-х годах ядерной войны. Она будет или сейчас, или никогда. Вот это я вам точно. Да, да, да. Это очень просто. Или сейчас, или никогда. Это может нас совершенно не обрадовать, потому что я сейчас расскажу, что будет. Да? Но ядерное, или сейчас, или никогда. Дело в том, что ядерное оружие, оно как бы доживает свой век. Вот как многие виды вооружения, они исчезали постепенно. Крепости перестали строить. Последней крепостью в мире была Брестская крепость. Больше крепости не строить, правильно? И Брестскую не достроили. Вот, потому что появилась авиация, и крепости, их смысл крепостей исчез. И так многие виды вооружений постепенно уменьшают, вес их сильно уменьшается. Даже вес танков уменьшился со страшной силой, с появлением там, беспилотников, систем управления боем, там, вот этой всей айтишной истории Вес танков уменьшился, потому что они очень беззащитны стали. И многие страны уже, в общем, от танков постепенно -то избавляются. Все не так, не так. Почему нам так мало дают танков? Ну, много некуда деть, много слишком тебя разбомбят. Вот, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот каждое оружие отживает свой век, и вот ядерное тоже. Потому что у нас появляется искусственный интеллект. Как вы знаете, вот мы вернемся к этому, замкнем эту тему тем, что на этой неделе большая группа профессоров обратилась к человечеству, как бы не знаю, к правительству мировым. Плюс к ним присоединились, кстати, Илон Маск и даже Стивен Возник, один из основателей Apple, с тем, что нужно остановить работы по созданию искусственного интеллекта, на полгода сделать перерыв, чтобы выработать некие ограничительные механизмы, которые заложить туда внутрь этих этого искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект становится страшным оружием, которое сильнее, чем любое атомное вооружение. Просто сильнее. Нанороботы, которыми, которые способны создаваться искусственным интеллектом, управляться им, просто съедят ядерное оружие. Вот вы понимаете, вы создаете нанороботы, да, это очень просто. Наноробот – это робот, состоящий из нескольких атомов. Робот из нескольких атомов может приехать вот отсюда, мы его запускаем, он едет в Россию, при, приползает в их ядерную ракету и съедает один атом этого самого урана. Он просто забирает его и приносит нам. Потому что мы его послали к Чимову. Он приносит всего лишь один атом. Но нам нужны все атомы. Поэтому этому нанороботу первым мы поручаем, создай-ка нам миллиард нанороботов. Он их создает. И миллиард нанороботов ползет туда и забирает эти атомы, и уносит к нам. И все. Это, кстати, описано даже в книге, по-моему, Сорокина, какой-то сборники. Вот такая ситуация, когда у них ядерное оружие превратилось в сахар, да, вместо урана превратилось в сахар. Но это как бы там божественное было вмешательство, что все в сахар превратилось. На самом деле это технологии современные. То есть теория вот того, что я рассказываю, это не фантазии. Теория этого разработана. Экспериментальном виде, в экспериментальном это существует. Это не существует только в промышленном. Ну, потому что и, и искусственный интеллект пока в промышленном работает, но ну, в каких-то вещах. А в материаловедении пока не очень работает. Поэтому они стремятся это остановить. И, конечно, война 50-х годов будет войной искусственного интеллекта против искусственного интеллекта. И там ядерное оружие будет просто для лохов уже как бы. Ну, это типа у каждого лоха ядерное оружие, но чем оно поможет? Да, эта война будет не проще, не мягче и не более доброй, но это будет оружие 21 века. Ядерное оружие – это оружие 20 -го. Вот о чем я могу сказать. Но, к сожалению, сейчас велика угроза его применения Российской Федерации. Она прям велика, очень. Вот если не остановить Путина, не остановить этих сыклявых, которые во главе РФ, то они его применят вопрос только времени. Я не знаю, когда, у меня нет прогноза, там, такого числа применят, в сентябре, в августе, понятия не имею. У нас есть время, они не завтра его применят, у нас есть время их остановить. И у нас это не у меня, не у вас, Алена, не у наших зрителей, а у нас, у хомо-сапиенсов, есть время остановить этих нелюдей, чтобы они не применили ядерное оружие. Ограниченная ядерная война ⁇ это иллюзия. Не может быть никакой ограниченной ядерной войны. Тем временем Украина продолжает наносить глубокие удары по оккупантам и накапливать боеприпасы для будущего наступления. Об этом сегодня сообщил CNN. В частности, сообщается о том, что удары наносятся на большую глубину свыше 100 километров. Украинцы очень искусны в использовании систем «Хаймарс» по российским целям в тылу, утверждают военные аналитики, с которыми пообщался американский телеканал. Кроме того, сообщается о том, что все эти глубокие удары по российской территории являются частью стратегии подготовки будущего наступления. Об этом сообщают западные официальные лица. Таким образом мы еще раз подтверждая получаем очередное подтверждение гипотеза о том что наступление Украины может начаться в конце апреля в первой половине мая месяца но ну, сроки могут сместиться как в сторону сокращения а так и увеличения в значительной мере связано это с вопросами военных поставок а также погодных условий на фронте в данный момент. Тем временем прогресс российских войск на Бахмуте остается мизерным. Об этом также сообщает американский телеканал CNN. Мы видим, что несмотря на то, что российская армия продолжает на данный момент отчаянные бои, самая последняя серия атак началась в конце декабря минувшего 2022 года. Она уже стоила российским оккупационным войскам десятков тысяч убитых, также сотен единиц уничтоженной бронетехники. И на данный момент россияне так и не контролируют весь город Бахмут, хотя значительная часть города превратилась в руины. Украинские силы обороны продолжают удерживать центральные, а также западные окраины города Бахмут. И несмотря на неоднократное заявление о полном захвате, Бахмута силами Вагнера. Эта информация так и, собственно говоря, не подтвердилась. Ну и, наконец, новость о том, что в России загорелось одно издание Министерства обороны в центре на улице ⁇ Знаменка ⁇ менее чем в 500 метрах от Кремля, там сообщил. Пожар, которому присвоили второй уровень сложности из пяти возможных, сообщается о том, что это здание принадлежит Министерству обороны России с 1987 года. Как говорится, мелочь, но приятно. Ну а весь мир, безусловно, замер в ожидании готовящегося украинского контрнаступление, которое, возможно, начнется со дня на день, пока противник бросает все свои силы на то, чтобы как можно дальше отбросить подразделения украинских сил обороны, отодвинуть их, в частности, от э, окраин Донецка с этим связана э, горячая битва за Авдеевку, а также попытки отодвинуть фронт в районе Лимана, Бахмута и севернее в районе Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.